финиш. Теперь сделаем вот так и зажмем вот так. И здесь немножко снимем. Поджали. Это вынимаем. Зажимаем и вперед. Вани манта. Получилась вот такая красота. Привет, друзья! Сегодня у нас с утра была токарочка, фрезеровочка, слесарочка. И сейчас будет паечка. Нашел в хламе вот такую заготовочку. Кусочек стали 45. Чего ей валяться? Сделаю из нее резец для своего замечательного токарного станочка. Имеется вот такая напаечка вольфрама кобальт. Когда-то отрезал от большой пластинки. Часть использовал, часть осталась. Припаяем вот здесь. Паять буду медно-фосфорным припоем. Серебряный закончился. Но опыт показывает, что медно-фосфорный тоже держит очень даже неплохо. Первые свои резцы паял именно вот этим вот. Так, и это у нас бура. Газ. С газом напряженка. Имеется вот такой. Made in Korea. Лето-зима. И горелочка вот такая. Ссылочку на горелку я оставлю под этим видео. Поехали.
получилось. Вот такая красота. Теперь необходимо испытать. Этот резец не для нарезки резьбы. Резьбу резцом на этом станочке я не нарезаю. Это очень проблемно. Резец использую как проходной. Для всякой разной мелочевки. Зажимаем. Чик. Чик. Продолжаем. Заготовочка. Это у нас, кажись, сталь 45. Поехали. Немножко смазочки. Смазка не помешает. Добавим оборотов. Нормалек, нормалек. Резец работает. Фух, вот такая красота. А на сегодня все. Всем, кто смотрел, спасибо. Ставим пальцы и до следующих видео. Всем пока.